Приветствуем вас, дорогие зрители нашего канала. Друзья, буквально пару минут назад мы узнали, что российский театральный актер Иван Личидов скончался в Санкт-Петербурге на 32-м году жизни. Об этом сообщили в Ижевском центре современной драматургии и режиссуры, где служил артист. Яркий, запоминающийся абсолютно всем зрителям, самобытный и талантливый актер. Неординарная личность, культурный менеджер, педагог и руководитель, говорится в сообщении. Личидов родился 1 февраля 1992 года в Сарапуле, в Удмуртии. В разные годы он работал в театральных студиях. С 2016 года по 2018 года он руководил Индоктеатр. С 2018 года по 2020 года культурным центром Арт-резиденция Ижевск. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.